Сегодня утро, 7 января. У православных сегодня Рождество. Поздравляю. Решил сегодня открыть рубрику, новую рубрику, которая будет называться «Бег без обязательств». Доброе утро. Вот. Что она в себя будет включать? Это мои маленькие легкие пробежки. Обычно я постоянно бегал. В этом году что-то как-то не довелось мне приобщиться. Буду показывать вам наши достопримечательности, беговые дорожки, лыжные дорожки. Ну и так по ходу пьесы вести диалог, монолог. Температура минус 15 градусов, снег хрустит. В общем-то, погода шикарная. Ижевск нынче радует. Погодка прям... Вот. Мой маршрут. Я хочу, чтобы, кстати, вы тоже со мной бегали. Или я пересекался с вами. Все-таки здоровый образ жизни. Он, ну, необходим. Иначе мы с вами скуксимся. Так вот, мой маршрут, это примерно... Это примерно с района автозавода, и до 300-го производства. Вот там небольшая петля. Те, кто на Бородина, на труда живут, они, я думаю, знают этот райончик хорошо. Вот. Сейчас посмотрим, как там все у нас протоптано. Можно или нельзя бегать. Ну, скорее всего, на днях пойду на лыжи. Так, ну вот, пробежав несколько сот метров, мы с вами прибежали вот до этого заведения. Кушать я, конечно, тут не стану. Хотя, чего греха таить. Все мы тут питаемся. Но, в принципе, здесь вот у нас стояли городок детский такой интересный. Оградили снежной стеной. Так, назвали это у нас Сказбург. Да, это у нас снежный город, городок Сказбург. Ледовая площадка. Семьи с детьми посещают даже. Вот мы с вами сейчас посмотрим, как оно все выглядит. Я, честно говоря, так и не заходил еще сюда кататься на льду. Но чувствую, тоже скоро приду. Лед шикарный. За льдом следят. Очень привлекает. Такой подход. Конечно, вход платный. Сейчас сказать не могу, сколько. Вот, но... Вот, а вот он самый наш лесок. Так. Сейчас я вам покажу его протяженность. От недостройки у нас идет далеко, далеко, далеко. Вот, сейчас пробегусь километр другой. И с обратной стороны я вам покажу. Так, а вот у нас с вами первый повстречавшийся. Здравствуйте. А чего вы надумали сегодня на лыжах идти? У нас канал «Спорт без обязательств». Маленький видеоканал, да. Погода? Отлично. Настроение? Хорошее. Хорошо, рад буду вас встретить на обратном кружке. Хорошо. До свидания. Вот. Так, снежные тропинки у нас. Лыжня есть. Тропинки снежные для бегунов тоже есть. Вот они у нас. Лыжня, поэтому не вижу ничего криминального. Завтра сходить еще на лыжах. Красота. Так, сейчас мы их догоним. Догоним и перегоним лыжников. Лыжников сегодня много. Ой, млад и стар. Нас сегодня гуляет. Погода тоже. Погода тоже хорошая.
красота. Так, а вот как раз выбежал к 300-му производству. Байкал, 300-ка. Красивые елочки. Так, физкульт, привет. Вот, вот, все у нас с утра катаются сегодня. Авария, авария. Так, да. Вот. Трехсотое производство. В принципе, оно не такое большое, как основное. Сам Байкал у нас расположен чуть подальше. Завод. Завод оружейный. Охотничье оружие. Другая тематика. Пистолет Ярыгина. Пистолет Макарова. Тоже все там на производстве. Это отдельные корпуса. Что здесь производят? Честно говоря, даже не знаю. Если бы знал, не сказал бы. Пожарка, пожарная часть. Тут сразу при заводе как-то должно быть. Вот. Ну, в принципе, почти кружок. Километра два, наверное, навернул. Вот настроение. Бодрячок. Народу человек, наверное, 25 встретил. От млада до старой все бегают. На лыжах ходят в основном. Зима же. Какая красота. Вон, так не передать, наверное, на камеру. Ну, шикарно. О, почти добежали сейчас. Марш-бросок сделаю. Буквально эти 100 метров за пару секунд. Вот, и выбежали мы с вами. На основную дорогу. Вот. Салаги резвятся, катаются. Вот. Так, это у нас труда уже начинается. Вон, смотрите. Семейные выходные. Красота. Счастливые люди. Трудовики. Те, кто живет у нас на труда, на Бронзиной. Подтягивайтесь, это же спорт без обязательств. Давайте побегаем. Если одному скучно, пишите. Вместе мы с вами побегаем. Потому что одному действительно, ну, не всегда весело бывает. Хотя мне пофиг. Но вдвоем веселее. Хоть как-то мы с вами будем приобщаться к культуре здорового образа. Все-таки нашего с вами. Вот. Тем более праздники прошли. Надо сжигать калории, холестеринчик сбавлять, давление повышать, понижать. Ну и градусы удалять из нашего организма. Это самый лучший способ. Люди на трамвайчике гоняют. Трамвай, кстати, у нас шикарная. Чистая, красивая, аккуратная. Смотрел в сравнении с другими городами. Наши очень такие прилежные. Знаменитое кафе у Теймура. Сейчас постараюсь показать. У Теймура шашлычки. Ля-ля-ля. Вжух. Я снова на этом месте. Так, где оно у нас? Вот. Я уже кружочек навернул. Пару-тройку километров надо по карте свериться. Вот, и снова. Снова наш с вами любимый Макдак. Снова наш с вами Макдак. Ну, естественно. Да-да, иногда можно нарушить. Иногда можно. Я же бегу. Несмотря на то, что мороз уже залазит в штаны, уши немного отваливаются.
весело. Весело. Настроение супер. Вот дети уже играют. Дети проснулись. Люди калории набирают в Макдаке также с самого утра. А что ж еще делать-то? Отдыхайте, отдыхайте. А мы будем бегать. Сейчас немного скажу, что у нас в городе вообще происходит. Вот. Это мой бар. Кружка за кружкой, бар. Но Минздрав предупреждает. Сбербанк, возьми, получи кредит. Рассчитайся по долгам. Положи на Сберкнижку. Центр семейной медицины постоянно дымит. Утром, днем и вечером. Родной, родной, куда ж мы без тебя, Магнит? Цены радуют. В Магните, конечно. Гигант российского масштаба. Вот он. Вот. Как-то даже было дело, тут тусовался автомобилист картинг. Центр технического творчества. Вот что, честно говоря, здесь не так много мест, где в городе у нас могут чем-то заниматься. Пекарня, хлебница. Тоже везде. Везде франшизы на открывали. Везде вкусный горячий хлеб. Вкусный дом. Вкусный дом. Конкурент. Конкурент Магнита. О, тоже наша любимка. Это наша птышка. Птышка сделала небольшой фейслифтинг. Хотя ларьки те же самые остались. Фикс прайс. Куда ж мы? Так, цена-то нынче какая? Цена нынче уже, по-моему, больше 50 рублей, если я не ошибаюсь. Хотя они устали наклейки уже приклеивать. Цена как на дорожах растет, несмотря на то, что фикс прайс. Кстати, меня давно интересует вопрос. Почему у них все-таки не фикс прайс? Почему не все по одной цене уже? Начали немножко по ценам врать. Ну, снова пекарня, чуть ли не в каждом доме, не через дом. О, уже где-то года два, наверное, эти пекарни как разрослись, так и тусуются на своих местах. Видимо, бизнес идет, иначе смысла не было бы держать эти недешевые точки. Вот реклама. Как все завешено бездарно. Бристоль, приходи. Подобьем немножко печень. Ломбард. Не хватает денег. Сдай золото, друг. Капитоша. На Союзке как-то я видел. Может быть, сниму. Магазин детский есть, называется «Татушка». Магазин «Татушка», детский магазин «Татушка». Что там продают, пока не знаю, но думаю, как не сгоняю, я расскажу. А вот здесь у нас будет с отдельно стоящий KFC. В центре есть. Один из поклонников спорта. Вот, тут у нас не спеша строится KFC. Честно говоря, долго, дома быстрее строят. Вот у нас такой красавец будет. Вот. В принципе, я уже подбегаю. Водители, как я повторюсь, вежливые у нас. Все. Практически у дома.
давайте, пишите, кому интересно, кто живет по соседству и хочет побегать. ВКонтакте Рустер 18. И увидимся на трассе. Все.